История абхазского народа – это история постоянной борьбы за независимость. Абхазию грабили греческие купцы, римские легионеры, генуэзские торговцы, арабские полчища, турецкие паши. Мне тяжело с тобой, ты никак не можешь войти в эту жизнь. Я человек с двумя высшими образованиями, сижу без работы, потому что меня просто здесь нигде не берут, у них договоренность, меня не брать на работу, все. Я уже все поняла в вашей стране. Почему у нас только одна территория, с которой мы общаемся, это Россия, все. Нас задавят. Не войной задавят, а просто мирной жизнью задавят. Вот и все. Умар пошли. Они должны же признать. Они же обещали. Давай их потом пригласим сюда. Жить в Россию. Я не поеду в Россию. Это моя родина, моя земля. И здесь мои родственники. Но твоя родина и твоя земля не дают тебе сейчас ничего.